Всем привет! 15 февраля 2021 года на телеканале 1+1 состоится премьера 16-серийной комедийной мелодрамы под названием «С кем поведешься?». В основе сюжета история интеллигентной женщины Марины. У нее есть уютная квартира, которая досталась ей в наследство от родителей, и муж – успешный банкир, которому она посвятила всю себя, отказавшись даже от друзей и карьеры. Но однажды муж шокирует Марину, говоря о том, что им нужно расстаться. Женщине сложно привыкать к одиночеству, а потом еще приходится искать общий язык с Галиной, которую Марина случайно сбила на машине. Теперь женщины едва знакомые и совершенно разные будут пытаться устроить личную жизнь Марины. В поисках женского счастья Галина и Марина будут встречать достойных и довольно странных поклонников. Также они столкнутся с коварными врагами и попытаются решить свои внутренние проблемы. С женщинами также будет жить 17-летняя дочь Галины. Ее первая любовь изрядно озадачит их всех и спровоцирует новые проблемы.